Светлана, я рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня я вам покажу мою новую орхидею. Я ее купила в магазине Home Depot. Сегодня там были распродажи на разные товары, в том числе и орхидеи. Итак, у нее два цвета носа, красивые здоровые листья. Так, давайте же ее достанем из горшка. Так, давайте осмотрим корни. Корни хорошие, зеленые. Видно, что ее недавно полили. Вот палочкой пробили даже горшок. Но есть небольшое количество зелени на горшке, что говорит о том, что скоро ее придется пересаживать. Те, что сверху, корешки немного сухие, но кончики я обрежу, остальное все хорошее. Орхидея была вот в таком вот горшочке, очень тоненький, пластиковый, фактически бумажный горшочек. Но я не буду держать ее в кашпо, я уже говорила, что я свои орхидеи в кашпо не держу для того, чтобы я могла наблюдать за корнями. Этот привоз орхидеи был вчера, поэтому все орхидеи свежие. Но когда я выбирала эту орхидею, я заметила, что попадались орхидеи, которые были фактически в воде, где-то сантиметра на 3, вот в таком вот кашпо просто стояла вода. Так что я не знаю, как долго они там простоят. Вредителей на орхидеи не видно. Листья хорошие, упругие. Есть не распустившиеся бутоны, что, конечно, очень радует. Я ее не буду поливать. Поставлю на просушку. И посмотрю, как она будет себя чувствовать. Ну, листики, конечно, протру. Я всегда протираю листья при покупке орхидеи, опрыскиваю. Но поливать не буду. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Всем пока!